В Индии поезд наказал нерасторопного мотоциклиста. Он остановился перед переездом и какое-то время решал, ехать или нет. В итоге поддал газку, тормознул и бросил свой мотоцикл, потому что времени его откатить уже не оставалось. Что стало с транспортным средством, видите сами. 18-летний владелец мототехники успел отойти на безопасное расстояние за секунды до столкновения. В Китае старое колесо взорвалось в автомастерской. Рабочие нагнетали в покрышке давление при помощи компрессора. Когда шина лопнула, один из сотрудников СТО чудом успел отскочить в сторону. Результат подкачки – поврежденный бампер и решетка радиатора грузовика. Посмотрите, как этот неуправляемый автомобиль едва не снес школьника, сидящего на стуле возле здания. Машина на полном ходу промчалась от него на расстоянии вытянутой руки и врезалась в постройки. Пострадали два пешехода, водитель и пассажир легковушки. Но серьезные травмы у тех, кто находился на улице. В больницу доставили пенсионерку и ее 11-летнего внука. Сейчас их жизнь вне опасности. Сообщается, что у водителя резко ухудшилось состояние, из-за чего он потерял сознание прямо за рулем. А это ралли. У болида после вхождения в поворот оторвало покрышку. Она покатилась прямо на зрителей, которые стояли у ограждения. Не повезло двум женщинам. Сообщается, что после инцидента им понадобилась помощь медиков. К инциденту на горной дороге. Вот чем может обернуться поездка, если не позаботиться о наличии зимней резины. Пикап, идущий по встречной, занесло, и он ударил легковушку. Обе машины скатились со склона горы. А это видео недавно попало в сеть, хотя было снято еще в 2019 году. На кадрах неудачная посадка биплана «Антонов Ан-2» на аэродром в Австрии. При сближении со взлетно-посадочной полосой отвалилось левое шасси. Самолет стало разворачивать и относить в сторону автостоянки. К счастью автовладельцев, пилоту удалось вырулить и увести машину от столкновения. На борту биплана находились 4 человека. Они не пострадали. Расследование по инциденту завершено. Иногда работа ангелов-хранителей попадает в объективы камер наблюдения. В России девушка, прогуливаясь по тротуару, едва не погибла из-за куска льда, который упал с крыши здания. Глыба рухнула в сантиметрах от пешехода. Еще шаг, и девушка в лучшем случае оказалась бы в больнице. Теперь, 26 января, она вполне может отмечать второй день рождения и благодарить своих ангелов-хранителей. В отличие от предыдущего инцидента, в следующем случае человека уберегла от гибели пожарная каска. Во время выполнения задания на бруклинского спасателя упал кондиционер. В результате пожара прибор сорвался с креплений и аккурат свалился на голову работнику службы спасения. Мужчина получил травмы плеча и перелом бедра, но остался жив и только благодаря своей каске. А на этом видео спасатели оказались на крайне небезопасном расстоянии от эпицентра взрыва. Во время ликвидации пожара в двухэтажном доме произошло воспламенение бытового газа. Очевидцы успели запечатлеть этот момент. Сообщается, что никто из работников службы спасения не погиб, но двое пожарных получили небольшие травмы. И последнее видео просто не смогли обойти стороной редакторы нашей программы. На нем ничего не произошло. И это только благодаря коту. Этот питомец просто профессиональный спасатель. Материнский инстинкт у него развит даже больше, чем у некоторых представительниц рода человеческого. Посмотрите, ребенок пытается зацепиться за поручень балкона и вскарабкаться, а кот не дает. Он постоянно на чеку. Пока мама снимает происходящее на телефон, ее усатый заместитель бдит. Он трижды при помощи когтей дал понять малышу, что подтягиваться на поручнях балкона не нужно. И даже когда ребенок попытался это сделать в стороне, тут же оказался рядом. Да, с таким котом маме можно даже в магазин за молоком отлучиться. Невероятно полезное животное.